В минувшую субботу в Хабаровске прошел общегородской субботник. Массовую уборку активно поддержали школьники и студенты. Ученики 23-й школы навели порядок в строящемся сквере неподалеку от своего учебного заведения. Помогал облагородить новую зону отдыха в железнодорожном районе мэр Хабаровска. Чем он украсил эту территорию, расскажут наши корреспонденты. Для нас, для окружающих людей, кто здесь живет. Чтобы было людям смотреть приятно, что здесь чисто. Чистые намерения привели учеников 23-й школы на субботник. Парни и девушки вооружились метлами и лопатами, чтобы убрать мусор и листву с недавно уложенной брусчатки. Чтобы не мусор видеть вокруг, а чтобы видеть просто красивую площадь. Труд он совместный, он вообще сплачивает людей. Они вон дружные. Веселые. О, нормально, держи. Да, чуть-чуть. Новый сквер на улице Карла Маркса решили украсить молодыми соснами. Мэр Хабаровска вместе с учениками 23-й школы высадили 6 зеленых красавиц. Это настроение. Это вечно зеленое дерево. Летом зелено, зимой зелено. Мы не только сосны высаживаем, мы высаживаем и рябину, мы высаживаем липу, мы высаживаем уже фруктовые деревья, мы высаживаем орешник, серебристый тополь. Это все берется из нашего питомника. Все саженцы мы берем только из нашего питомника. После высадки деревьев мэр попросил учеников школы следить и ухаживать за ними. Мне очень приятно, то, что посадили деревья. Я буду ухаживать за ними, спасибо. Обещаю. Молодец, молодец. Спасибо. Ну не только ты, чтобы конечно, рядом с тобой были все вместе, твои да, ребята, призывать. Одноклассники и друзья. Мусор убирали по всему городу. В субботнике приняло участие более 15 тысяч человек. С их помощью удалось очистить краевой центр в преддверии холодов. Дмитрий Павленко, Павел Игошин, Николай Трохин. Смотри Хабаровск.